Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня делюсь очень простым рецептом пирога, который по своей текстуре больше похож на кекс. Он очень нежный, рассыпчатый, буквально тает во рту. Сливочный вкус выпечки отлично дополняет ягодная помадка. У меня сегодня клубника, но вы можете использовать абсолютно любые ягоды или даже фрукты. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Для начала помытую и обсушенную клубнику режу на 4 части. Вообще, неважно, какой величины будут кусочки, делайте на свое усмотрение. К мягкому маслу комнатной температуры добавляю сахар, соль и ванильный сахар и перетираю миксером до однородного состояния. Добавляю 2 яйца комнатной температуры и все взобью до пышности. Кладу сметану комнатной температуры, я использую 15% жирности. Убираю массу с боков миски и еще раз все хорошенько размешиваю. В несколько этапов добавляю муку вместе с разрыхлителем, каждый раз размешиваю, и в итоге должно получиться такое достаточно густое тесто. Оно не плотное, а легкое и пышное. Выкладываю нарезанную клубнику и очень аккуратно вмешиваю в тесто. Выкладываю его в форму, смазанную маслом. Размеры моей формы 20 на 20 сантиметров. Разравниваю и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 40. А вы ориентируйтесь по своей духовке, проверяя на готовность деревянной палочкой. Пока пирог остывает, сделаю помадку. В сахарную пудру добавляю 2 чайные ложки клубничного пюре. Для него я одну крупную клубнику просто потерла на мелкой терке и размешиваю. При необходимости нужно будет добавить еще клубничного пюре или сахарной пудры, чтобы получилась нужная консистенция. В данном случае я ничего не добавляла, помадка меня вполне устраивает. Она должна получиться в меру густой и не жидкой. Выкладываю ее на остывший пирог и распределяю. При желании вы можете сделать больше помадки. К слову, она получается очень вкусной. Можно дать ей немного застыть, и пирог готов. Такую выпечку можно сделать в виде обычного кекса или в виде кекса с дыркой, а также в форме для маффинов. В любом случае получится невероятно ароматно, с нежным сливочным вкусом, рассыпчатой и нежной структурой, с попадающимися кусочками ягод. А помадка придает этой выпечке особый шарм. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на канале также и другие рецепты с ягодами или фруктами. И подписывайтесь на канал Есть Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.